была какая-то усталость сначала, но потом раскачались и забили три. Это хорошо. Мое видение офсайд. Коснулся игрок, лечился мяч, и этот стоял метра три. Я не знаю, почему не зафиксировали мне игры. Я даже не знал, что 500 игр. Ну, знал уже, узнал только в Польше просто. Тут, ну, и то Береза сказал, что ему вопрос задали корреспонденты, что вот если Горянов будет играть, то у него будет 500-я игра. Береза мне сказал, так я не знал. Не знаю, много это или мало. Ну, надеюсь, еще 100 хотя бы сыграть. Я над этим никогда не задумывался, просто играл и все. А цифры – это такое дело. Второе. В принципе, la partida, nosotros pensamos... В самом начале матча игра нам давалась достаточно просто. Мы забили гол, но тут же пропустили нелогичный мяч в свои ворота. Позже мы забили во второй раз, и уже после этого полностью контролировали ход поединка. Второй раз за металлист я делаю хит-трик, несмотря на то, что для игрока моей позиции это сложновато. Я ведь играю чуть позади нападающих. Но в таких случаях, когда появляются голевые возможности, я от них, естественно, не отказываюсь. Я очень рад, что эти голы принесли команде победу.